Последний доклад – это Кузнецов Николай Владимирович, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт проблем машиноведения Российской академии наук, развитие математических методов анализа и синтеза систем фазовой автоподстройки. Спасибо большое. Я хотел поблагодарить Игоря Анатольевича за неожиданную предоставленную возможность выступить здесь с докладом. Но поскольку я его делал в течение последних двух дней, то прошу прощения, слайды у меня будут на английском, а рассказывать я буду все по-русски. Я рассказывал о развитии математической теории фазовой синхронизации на мультиконференции 2 года назад, о ее истории, и поэтому в этот раз я бы хотел остановиться на тех результатах конкретного решения задач, которые мы достигли за последние 3 года в рамках применения этой теории. В докладе я расскажу про систему фазовой автоподстройки, английский термин Fresnel Clubs, расскажу о тех математических моделях, которые используются для их анализа и синтеза, о тех инженерных подходах к их проектированию и тех проблемах, которые есть в связи с необходимостью уточнения характеристик их работы, связанных с глобальной устойчивостью, с оценкой переходных процессов. Расскажу о проблемах, связанных с цифровой реализацией и переносом результатов анализа аналоговых систем при их реализации в цифре. Расскажу про те приложения, которые вот сейчас в фокусе наших исследований, связанных с системой передачи данных. Это система глобальной спутниковой навигации, расскажу про электрические сети, и последняя задача будет связана с гироскопом. Системы фазовой синхронизации были изобретены достаточно давно и привлекли внимание ученых. Я вот хотел бы остановиться на таком классическом примере. Это задача Гюйгенса. Гюйгенс, плавая на корабле, обнаружил, что маятниковые часы, присоединенные к одной балке, через некоторое время начинают двигаться в противофазе маятника, независимо от того, как они были запущены, и поставил задачу математического описания этих процессов. И эта задача до сих пор привлекает внимание ученых и до сих пор решается. Ну вот Гюйгенс рассматривал взаимную синхронизацию. Там маятники через общую балку влияли друг на друга и подстраивались взаимно. А на практике очень важна синхронизация мастер-слейв, когда мы запускаем одни маятниковые часы и хотим, чтобы вторые подстроились под них. Ну, на практике это обычно электрические сигналы. У вас идет синусоида, у нее есть амплитуда, частота, фаза. И вы хотите подстроиться под вот эти параметры вашим локальным генератором синусоид. И такая простейшая идея и простейшая реализация была предложена сэром Аплтоном. Он впоследствии получил Нобелевскую премию за исследование ионосферы. Он предложил следующую простую схему: когда у вас есть синусоидальный сигнал, вот у него есть частота, фаза, у вас есть подстраиваемый генератор с частотой и фазой, вы перемножаете два этих сигнала, у вас получается, соответственно, синус суммы и суммы, синус разности фаз. Синус суммы вы отфильтровываете высокий частотный сигнал с помощью фильтра, а синус разности фаз у вас пропорционален при небольших отклонениях разности, и вы используете вот эту величину для подстройки вашей частоты подстраиваемого генератора. Эта система управления является существенно нелинейной. Все дело вот в этой нелинейной характеристике, которая у вас здесь возникает, и поэтому здесь очень тяжело применять методы линейного анализа. Нелинейность обязательно должна учитываться. Эта система автоматического управления является, наверное, одной из самых распространенных систем. Все сотовые телефоны, которые вы используете, вся компьютерная техника, которая вот нас здесь обслуживает, система приема данных, все используют так или иначе вот такой принцип, реализованный либо в виде микросхем, либо в виде программных алгоритмов. Что здесь важно с точки зрения математики? Ну, с точки зрения математики у нас здесь возникают, естественно, дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения связаны с соотношением частоты и фазы и с описанием вот этого фильтра. Фильтры должны быть, ну, в общем, определенных порядков, чтобы обеспечивать достаточное подавление шумов. И наша задача здесь с точки зрения математики определить условия, когда у нас произойдет подстройка двух генераторов, то есть мы хотели, чтобы при всех начальных данных сдвигов фаз и начального состояния фильтра у нас бы решения сходились и происходила подстройка. И нас, конечно, интересует переходный процесс.
Ну вот стандартные инженерные термины, связанные с этим, это так называемый диапазон удержания, когда мы плавно меняем частоту входного сигнала и хотим, чтобы частота подстраиваемого генератора следовала бы за этой частотой. Это так называемый pull and range, или частота захвата, когда мы хотим, чтобы для всех начальных данных у нас частоты подстраивались. И так называемый lock and range – это диапазон, который позволяет нам подстроиться не больше, чем за один такт, за один оборот нашего майка. Математическая модель вот таких систем может быть приведена к стандартной теории управления формы Лурье. У нас здесь есть одна столярная нелинейность, связанная вот с нашим перемножителем нелинейного элемента, и, соответственно, линейная часть. Вот анализу таких моделей посвящена теория фазовой синхронизации, которую я здесь буду рассматривать. Ну, история исследования таких систем, она восходит к линейным методам анализа. Это, конечно, вы можете проводить линеризацию, Раус-Гурвица. Дальше у вас возникают методы, связанные с исследованием локальных бифуркаций, это возникновение предельных циклов и гидрохронических орбит. Здесь фундаментальные работы первые были получены Тригоми, Андронов, Паутин, Шильников. Вот его статья в докладах Академии наук 1975 года, посвященная теории локальной бифуркации и опасным границам глобальной устойчивости. Ну, конечно, гипотезы о глобальной устойчивости Азермана-Калмана, метод гармонического баланса. И чтобы понять трудность таких задач, вот я хотел привести такой простой трехмерный пример. Вот здесь три уравнения, вот у нас линейная часть. Легко видеть, что эта трехмерная система, она имеет, если мы рассмотрим только линейную часть, то имеет все отрицательные собственные числа Якобиана. То есть у нас всюду есть линейная устойчивость. Причем это не только в окрестности нуля, а эти собственные числа равны минус единице в любой точке нашего фазового пространства. То есть локально, с точки зрения линейного анализа, нам кажется, что у нас есть устойчивость. Но тем не менее, эта система вот, красивая, позволяет выписать вот такое аналитическое решение, которое уходит на бесконечность. Это решение является скрытым колебанием с небольшой областью притяжения. И вот выявление таких неприятных решений, которые не обеспечивают нам устойчивости, как раз является предметом здесь исследования. Ну, с точки зрения глобального анализа, значит, нас интересует здесь внутренняя оценка пространства параметров глобальной устойчивости. Это развитие достаточных методов Лурье, Барабушна, Красовского, Калмана и Куборовича Попова, частотные методы работы Геннадия Алексеевича Леонова, моего научного руководителя, ну и практические исследования. Вот Юрий Бакаев, это академия Жуковского, внес фундаментальный вклад. Хочу вспомнить работу из Екатеринбурга, это работа Янка Триницкого. Аналогичные задачи возникают в управлении электрическими машинами, когда тоже нужно рассматривать задачи синхронизации. А внешние оценки глобальной устойчивости и точные границы в пространстве параметров связаны с, могут быть, локальными и глобальными бифуркациями. Значит, локальные бифуркации дают тривиальные границы глобальной устойчивости, и здесь мы можем применять вот стандартные методы, а скрытые границы глобальной устойчивости связаны с нелокальными бифуркациями. То есть, когда вы находитесь в окрестности рабочего режима, у вас все хорошо, а если у вас какое-то возмущение вышибает состояние системы далеко от этого состояния, то вы притягиваетесь к другому аттрактору. Вот механизмы возникновения таких притягивающих неприятных режимов, они как раз изучаются в теории скрытых колебаний и являются важными для вот таких практических задач. С, естественно, вот интерес к системам Брилеля, они давно уже производятся в виде чипов, но технологии постоянно совершенствуются, повышаются скорости. Это одна задача, которая привлекает ученых. Вторая связана с тем, что у нас сейчас появились возможности программной реализации таких систем, и не обязательно покупать китайские чипы, а можно дешево самим реализовывать программные алгоритмы, связанные вот с решением таких дифференциальных уравнений. И третье – это, конечно, программа импортозамещения, особенно в военной отрасли. Многие военные сейчас вынуждены вместо закупки готовых уже чипов в Китае самостоятельно производить такие системы. И, конечно, здесь математическое моделирование позволяет существенно сократить цикл производства таких систем. Ну вот с анализом таких систем связаны инженерные гипотезы. Система нелинейная, естественно, ее тяжело исследовать, поэтому вот так же, как и в тех гипотезах об устойчивости по первому приближению, о которых я говорил, возникают и гипотезы, связанные с анализом параллелей. Одна из первых гипотез – это гипотеза Капранова 1956 года об системах фазовой автоподстройки с устойчивыми фильтрами.
где он говорил, что если у вас есть локальное устойчивое состояние равновесия, то у вас возникает здесь и глобальная устойчивость, ее нарушение связано с возникновением самовозбуждающихся колебаний. Значит, в майнинговой системе в чем трудность исследования глобальной устойчивости? Что у вас всегда в цилиндрическом фазовом пространстве чередуются устойчивое и неустойчивое состояние равновесия. То есть вот у вас маятник, да, значит, у вас устойчивое состояние равновесия, нижний маятник с трением, а есть всегда верхнее состояние равновесия. Поэтому вот построить функцию Липунова или, значит, как-то глобально исследовать эту систему, вы всегда должны помнить об этих неустойчивых состояниях равновесия и здесь тоже учитывать. Ну вот Капранов ожидал, что нарушение глобальной устойчивости может быть связано как раз с сепаратрисой вот этого верхнего неустойчивого состояния равновесия. Для полуустойчивых фильтров, когда у вас есть одно нулевое собственное число, а интерес к таким фильтрам появился при программных реализациях, когда у вас в РЦ цепи уже, значит, ну, нет каких-то погрешностей, которые могут эту границу, значит, перейти, а вы реализуете точный алгоритм, можете использовать нулевые значения. Ну вот в 2000 год Иган, знаменитый американский инженер, тоже выдвинул гипотезу, что для этих систем у вас при любой разности частот, значит, входного сигнала и подстраиваемого будет глобальная устойчивость. И третья задача была поставлена вот в 2005 году, когда нужно было повышать скорость и появился интерес к переходным процессам, так называемая задача Гарднера. Вот Гарднер, у него несколько книг в этой области, которые стали библиями, и он поставил задачу определения диапазона, возможного диапазона разности частот, при которых у вас синхронизация происходит за один такт, то есть за один оборот входного сигнала. Ну вот такие задачи в фокусе интереса, в фокусе исследования этой теории, в фокусе инженерных реализаций. Теперь я расскажу о применении вот той развития тех теорий, о которых я говорил, для решения конкретных задач. И первая задача связана как раз с результатами Капранова, с его гипотезой, которая оказалась неверной, результатами, которые были получены Нижегородской школой. Ну вот здесь приведен график анализа границ глобальной устойчивости для системы с устойчивым фильтром. И вот такие интересные здесь получаются диаграммы. Значит, вот у нас область глобальной устойчивости, здесь у нас параметры, для которых у нас при соответствующей разности частот и соответствующем выборе параметров есть глобальная устойчивость. То есть из любых начальных данных мы входим в процесс синхронизации. Первая кривая, вот эта черная, это кривая, которую мы получаем аналитически, используя развитие методов Барбушина-Красовского для цилиндрического фазового пространства. Но она оказывается достаточно далека от реальных границ, и инженеров она не устраивает. Инженеры хотят подходить к ней ближе, чтобы расширить область допустимых частот. Дальше вот эта синяя кривая, это кривая, связанная с локальным анализом, когда у вас возникает тривиальная граница вот здесь глобальной устойчивости, но оказалось, что это не так, это результаты Нижегородской школы вот этих лет, и было показано, что здесь можно обнаружить вот такую картинку. Это было уже, значит, построено с помощью той теории, которую разрабатывали мы. Вот здесь у вас возникает не локальная бифуркация. Вдали от состояния равновесия возникает притягивающий аттрактор. И с точки зрения инженеров, который моделирует в окрестности устойчивого режима, то есть он запустил систему и крутит ручку, там, увеличивая, допустим, и уменьшая частоту, он не видит, что у вас вдали при скачке начальных данных возникает еще один притягивающий аттрактор. И вот в этой области у вас уже система мультистабильна. И здесь, когда у вас возникает какой-то непредвиденный шум, вы можете, соответственно, нарушить работу. Ну вот мы недавно, как раз в прошлом году, вместе с Борисом Ильичем Шахтариным из Баумки разработали метод, который позволил существенно сократить построение вот этих границ. Исходные исследования, там объем математики – это больше сотни страниц. Полное исследование, чтобы построить вот эту кривую, нам удалось с помощью, в общем, новых методов сейчас сократить это почти втрое. А самое главное, оказалось, что здесь, если решать задачу Гарднера, чтобы требовать, чтобы у вас не только происходила глобальная устойчивость и быстрая подстройка, а подстройка происходила за один такт, то можно получить аналитическую оценку вот так называемого Локенрейнджа, и эта оценка всегда попадает в область глобальной устойчивости, кроме вот этого маленького-маленького кусочка, который оказывается уже не так инженерен для прикладных задач.
И таким образом сложную вот численную процедуру построения этой границы можно заменить на аналитическую формулу, которая позволяет вам эффективно выбирать параметры. Ну, вот эти результаты будут опубликованы в этом году. Следующая задача связана с гипотезой Игана. Когда у нас есть один нулевой корень, соответственно, здесь мы в основном говорим о программных реализациях, потому что если здесь мы чуть-чуть идем в сторону увеличения, то система, понятно, станет неустойчивой. И гипотеза Игана заключалась в том, что при любой разности частот здесь всегда будет глобальная устойчивость. Ну вот оказалось, что развитие тоже методов внутренних и внешних оценок позволяет показать, что это не так. Здесь легко получить условия локальной устойчивости, вот состояние устойчивого состояния равновесия, и можно получить оценки глобальной устойчивости, значит, консервативной. Между ними находятся границы глобальной устойчивости, и эти оценки не совпадают. И вот мы построили как раз для фильтров высокого порядка, построили примеры, когда система оказывается мультистабильной. Вот у вас локальная устойчивость состояния равновесия, а если у вас состояние фильтра выпрыгивает, то у вас возникает вот такое притягивающее множество, которое, ну, естественно, невозможно использовать на практике. Эти результаты опубликованы в этом году в IEEE Transactional System Uncertainty. Теперь, как решается задача Гарднера об оценке переходных процессов? Ну, здесь идея, связанная с развитием идеи Янка-Триницкого о определении возможной нагрузки на ротор, на мотор, на бросе этой нагрузки, и связана с развитием вот построения инвариантных множеств, положительных инвариантных множеств через функции Липунова. И здесь тоже удается получить аналитические оценки областей, где у вас происходит притяжение за один такт. Вот эти результаты у нас опубликованы в докладах Академии наук в 2019 году. Теперь, что касается дискретизации. Я говорил в основном про аналоговые системы, но когда мы что-то реализуем на компьютере, то, естественно, значит, мы переходим от аналоговых моделей к дискретным, и тоже стандартные гипотезы говорят о том в инженерной практике, что можно просто провести дискретизацию. Если у вас в исходной модели была глобальная устойчивость, то глобальная устойчивость у вас сохранится и в дискретной модели. Ну вот оказывается, что это тоже не так, и можно строить примеры, когда у вас исходная непрерывная модель будет глобально устойчива, а в дискретной модели у вас останется только устойчивость в большом. И вот этот аппарат функции Липунова позволяет здесь выделить те области, где у вас сохраняется устойчивость. Это уже не глобальная устойчивость, устойчивость в большом, но эти оценки, они аналитические, конструктивные, и на инженерной практике вы можете ставить дополнительные устройства или, значит, дополнительно анализируя это в ходе вашей программы, не давать системе выскакивать за границу этого притяжения. Это вот результаты, которые мы получили буквально только что. Теперь системы, связанные, вот бывают дискретные, непрерывные, а значит, одно из популярных направлений – это системы такие гибридные, где у вас фазовый детектор, он имеет вот такие несколько состояний, которые переключаются, так называемый charge-pump-relay. И исследование вот таких гибридных систем глобальной устойчивости – это до сих пор одна из открытых задач, хотя вот они наиболее часто используются, вот все компьютеры и, как правило, синтезаторы частот построены именно на них. Но аналитических результатов оказывается очень мало. И нам удалось вот тоже за последние годы как раз развить теорию именно устойчивости гибридных систем, то есть функции Липунова перенести и соединить с гибридным анализом. И только что опубликована статья в IEEE Transactional System and Circuits, посвященная оценкам глобальной устойчивости. Трудность здесь тоже связана с тем, что вообще в пространстве параметров у вас возникают скрытые притягивающиеся режимы. Ну вот это одна из моделей двухмерных такой системы, где у вас локально устойчивое состояние равновесия, система дискретная, то есть здесь уже тяжело анализировать фазовый портрет. И тем не менее при больших отклонениях у вас возникают вот такие притягивающие циклы, ну, там порядка 3, 4 или 5, вот система дискретная. Теперь о тех реальных приложениях, где используется система фазовой автоподстройки. Одна из них связана с системой передачи данных, это так называемая цепь Костаса, когда у вас система отслеживает carrier tracking. Вы должны получить сигнал, модулированный с данными, демодулировать эти данные и подстроиться под, соответственно, фазу входного сигнала. Здесь две вот таких у вас, значит, выходят петли. Одна петля у вас отслеживает подстройку, а вторая петля вот здесь у вас снимает данные. Такие системы используются в модемах, ну вот там спутниковые коммуникации, возможные всевозможные военные применения.
И для того, чтобы вот эти данные правильно домодулировать, вам нельзя допускать, значит, вам, во-первых, нужна глобальная устойчивость, потому что ее нарушение приведет к потере данных, а второе – это быстро подстраиваться за один такт для того, чтобы у вас не терялись данные. Ну вот тоже различные работы, посвященные анализу таких систем. Вот это книга Каплана, где описывается применение как раз систем Костоса для систем глобальной навигации, а вот это 17-го года книжка, где рассматриваются вот такие модели. Это книга Роналда Беста, опубликованная в 2018 году, посвященная анализу таких систем, где он применяет линейный анализ. И вот тоже с помощью наших методов мы показали, что оценки глобальной устойчивости, которые получил Best, используя некоторую интуицию, они в некоторые моменты могут нарушаться. То есть возникает зазор между точным анализом и тем приближенным анализом, который есть, который приводит к тому, что в системах вот в этих возникает у вас либо вообще расфазировка, либо проскальзывание циклов, и у вас нарушается демодуляция данных. То есть вы передаете вот такие красные данные, а если у вас происходит вот такая неприятная штука с проскальзыванием циклов, то вы вместо красных данных начинаете снимать вот эти черные данные. И, соответственно, вам нужны специальные корректирующие устройства, а можно, выбирая параметры, стараться этого избежать. И нам здесь удалось получить тоже аналитические оценки, которые позволяют избегать вот такой ситуации, они опубликованы в докладах Академии наук в 2019 году. А другое направление работ связано с подстройкой электрических сетей. У вас есть, значит, различные устройства, которые позволяют вам получать энергию. Вам нужно эту энергию сливать в общую сеть. Соответственно, вы должны совпадать по фазе, по частоте. И здесь тоже применяются различные системы фазовой автоподстройки, специальных модификаций. Вот здесь несколько, в общем, известных таких обзоров и, значит, последних книг, посвященных этому. В России сейчас большой интерес к этому. Мы сотрудничаем с компанией «Трансконвертер», которую возглавляют выпускники МАИ и сотрудники МАИ, профессора МАИ. Они занимаются локализацией оборудования «Сименса». Значит, задача такая: вот у вас поезд, там «Ласточка» или «Сапсан», вы принимаете постоянный ток, и вам нужно на борту разводить переменный ток. У вас несколько токоприемников, и вам нужно синхронизировать этот ток. То есть вам нельзя, соответственно, допускать там перегревов, сдвигов фаз частот, плюс у вас еще есть потребление. То есть мало того, что у вас, значит, возникает нюансы того, что вы принимаете, у вас еще и потребители могут со своей стороны тоже влиять на эту сеть. И оказалось, что то стартное оборудование, которое поставляет Siemens, не справляется с нашими реалиями. Поэтому «Трансконвертер» занимается сейчас локализацией этого оборудования. И оказалось, что не только они его используют в России, вот на поездах «Ласточка» и других, но и Siemens стал продавать вот в такие же страны, там в Африку, например, это оборудование. И мы совместно с ними занимались как раз задачей применения здесь тоже специальных трехфазных систем, которые отслеживают уже не только фазовую частоту, но еще и амплитуду. И получали оценки на максимальную расфазировку фаз, которая пересчитывается в нагрев и позволяет его избежать. Ну вот эта статья только что опубликована в докладах Академии наук вместе с нашими коллегами из МАИ. А сейчас «Трансконвертер» занимается такой задачей, связанной с тоже разводом электричества для электрических самолетов. У вас идет генерация энергии для самолетов смешанного типа. То есть у вас есть двигатель стандартный, там керосиновый, который используется на этапе взлета, где тяжело использовать электрические моторы. Он у вас вырабатывает некоторую энергию, которую нужно потом разводить на борту самолета. И здесь для отслеживания работы генератора на постоянных магнитах тоже используется следящая система PLL, которая позволяет вам конвертировать вот этот переменный ток в постоянный соответствующим образом. И вот наши коллеги, только что используя те математические результаты, которые были получены, подготовили статью в ITP Transaction on Transportation Electrification. И последняя задача, о которой я хотел рассказать, это задача, связанная с гироскопами. Это я хотел поблагодарить Олега Андреевича Степанова, который инициировал эти работы. Оказывается, что в гироскопах тоже активно используются PLL. И вот это микромеханический гироскоп, который использует механический чувствительный элемент. Здесь PLL используется в двух местах. Первое, вам нужно при включении возбудить колебания вот этого чувствительного элемента на определенной частоте. А второе, вам после получения измерений нужно проводить оцифровку получаемых данных тоже на собственной частоте колебаний. Здесь используются два разных типа PLL. Для возбуждения колебаний используется такой стандартный аналоговый PLL.
А здесь в качестве входного сигнала синусоида у вас появляется уже не просто там синус омега t, а вы получаете решение синусоидальное, ну, естественно, значит, некоторое от модели, которая описывает механически чувствительный элемент. То есть система становится гораздо более сложной здесь. Вот. И при оцифровке вы тоже используете, ну вот, значит, некоторые PLL, которые вам позволяют именно на частоте собственных колебаний производить оцифровку, чтобы снимать данные более точно. Ну вот здесь мы нашли несколько работ, связанных с анализом таких систем. Вот это работа группы из Китая и из Америки 2009 года, где они предложили использовать некоторую модель PLL. Мы подобрали такие параметры в их статье, что система не имеет глобальной устойчивости. То есть система не может возбудить колебания при включении, у вас не запускается, значит, ваш чувствительный элемент. А мы, используя вот те математические наработки, предложили поменять, изменить параметры, изменить архитектуру встраивания этого PLL. И это позволило нам добиться для вот этих же параметров получения здесь синхронного режима. Эти результаты сейчас готовятся к публикации в журнале «Гироскопия и навигация». Ну вот теперь, что касается снятия сигналов. Вот такая статья Финов вышла в 2010 году, тоже посвященная использованию чардж-памп PLL и так называемый сэмплинг PLL. В этой работе оказалось, что у вас возникают вот такие, как бы, все равно всплески частоты, то есть синхронизация происходит неточная. И применение специальной модификации PLL тоже нам позволило здесь вот получить такую зеленую линию и, соответственно, увеличить точность съемки данных с чувствительного элемента. Сейчас в этой работе участвуют три ученика, моих и Геннадия Алексеевича, а работа поддержана программой ведущих научных школ Российской Федерации. Ну, вот здесь список публикаций. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет, у меня есть вопрос. Я когда, правда, далеко, кстати, вот, скажем, вот, проблем уровня физического канала, но тем не менее, так сказать, в протоколах канального уровня мы используем все равно, так сказать, некоторые фиксированные последовательности битов, значения которых для меня всегда были загадочны. Правильно ли я понимаю, что они как раз и используются для вот этой фазовой подстройки между приемником и передатчиком? Да, абсолютно верно. Но, как правило, вот в таких программных протоколах у вас больше возможностей. То есть вот эти системы, именно FAP, она здесь более простая, в каком-то смысле более надежная и менее энергоресурсная, но может не давать тех характеристик, которые вам обеспечивает программная реализация. То есть обычно в программных протоколах там больше возможностей. Или такой вопрос. Вот по поводу потери глобальной устойчивости, когда переходит в дискретную систему. Все же как бы реализация осуществляется в дискретных системах. А в чем здесь причина? Если мы будем все-таки уменьшать этот интервал дискретизации, все равно мы не сможем обеспечить глобальную устойчивость. Да, все равно мы не сможем. Ну, во-первых, мы не можем уменьшать бесконечно, у нас все-таки есть тактовая частота, значит, там исполнительного элемента, то есть у нас мы не можем это устремлять к нулю. Есть некоторые, конечно, предельные теоремы, но в реалии мы здесь не выходим на этот предельный уровень. И вот можно получать условия, при которых дискретные модели аналоговые будут себя вести одинаково, но не всегда. Нет, конечно, это специфика, мы рассматривали совершенно конкретную реализацию, просто которая используется. Конечно, в каких-то других моделях дискретизация может приводить к нормальным результатам. Это специфика именно этой модели, специфика нелинейности конкретной и конкретной динамики. То есть эта модель очень чувствительна к нелинейности. Николай Владимирович, спасибо большое за очень интересный доклад, как всегда. У меня вопрос вот какой. Те методы, в частности, функции Ляпунова, вектор функции Ляпунова и другие, они так или иначе являются офлайн методами. И попав в некую ситуацию, ранее неопределенную по части параметров там, и так далее, и увидев по реакции системы, что все идет в разнос, так, вот этот базовый алгоритм сменить на какой-то другой,
А так часто бывает, что в этой ситуации один из известных подходов работает уже надежно. Так, вот, вот эту часть, так сказать, переключения с алгоритма на алгоритм, вы вот как-то продумываете это на будущее, чтобы исключить вот те катастрофы, которые возможны. Да, значит... Я это говорю в контексте интеллектуализации систем, использования каких-то разработок искусственного интеллекта. Да, Станислав Николаевич, у меня даже было несколько слайдов, посвященных именно этому. Значит, инженеры действительно идут ровно по этому пути. То есть идея такая. Вначале вы постараетесь выбрать параметры системы так, чтобы у вас таких ситуаций не было. Но дальше, когда вы эту систему реализуете на практике, возникают тепловые шумы, там всякие проблемы физической реализации, и у вас такие ситуации все равно возникают, просто ваша задача, чтобы это было реже. И инженеры, конечно, обязательно стараются ставить системы, которые при возникновении этих режимов значит, делают какие-то переключения и выводят вас из этих плохих режимов. У вас действительно происходят вот, значит, такие переключения, их подавления. Но это все дополнительная нагрузка и трудоемкость, которой они стараются избежать. Второе, конечно, если у вас хорошие вычислительные возможности, вот, например, как там в сетях и так далее, то можно вместо таких как бы простых железных в каком-то смысле алгоритмов, использовать интеллектуальные алгоритмы определения частоты и фазы. То есть, конечно, можно использовать фазовые детекторы с искусственным интеллектом. И такие работы сейчас активно ведутся. Я знаю, что много патентов, где вместо вот этой простой реализации перемножения сигналов используется блок действительно просто с artificial intelligence, который позволяет вам все это вычислить. Но вопрос в трудоемкости и в энергозатратах. То есть для каких-то приложений, конечно, это вполне разумный путь развития. В сетях пятого поколения, да. Да. У меня еще вопрос. Николаевич, у меня вопрос. Вот, система фазовой синхронизации достаточно давно используется в электрических сетях, они, так сказать, отработаны, и, как мы знаем, сети у нас работают достаточно эффективно. Вот какой конкретный практический эффект дает использование ваших подходов в сравнении вот с теми, так сказать, системами, которые использовались раньше. Приведите какой-то такой наглядный пример, пожалуйста. Значит, проблема заключается в том, что действительно эти системы давно производятся, и вот эти чипы, то есть система PLL, это вот, ну, обычно там микроэлектроники, небольшой чип в каждом сотовом телефоне, в компьютере. Но у вас меняются материалы, с помощью которых вы их производите, меняются инженерные технологии, и вам нужно заново проектировать. И вот мы смотрели, как инженеры вот в электроприборе, в трансконвертере заново пытаются перепроектировать этот чип с помощью тех технологий, которые доступны сейчас. И они должны заново проходить весь путь. Либо вы проводите математическое моделирование, и там, значит, ну вот этот длинный путь, либо вы стараетесь использовать какую-то математическую теорию. Вот поэтому это вопрос вот создания новых таких, новых таких элементов. Второе – это программная реализация. То есть если раньше, вот в электрических сетях, например, это все были, ну, вот просто действительно железо, то сейчас трансконвертер часто это делает в виде программных алгоритмов, потому что появились, ну, колоссальные возможности, о которых вот рассказывал на предыдущих докладах. С точки зрения самой, так сказать, качества синхронизации ничего не меняется? Конечно, цель одна и та же. Вопрос только, чтобы ее достичь. Ну вот здесь в некоторых технических решениях, например, как в гироскопе, то есть у финской статьи оставались остаточные колебания, и они влияли на точность съема информации с гироскопа. А мы, понимая математику, смогли модифицировать вот эту цель так, чтобы убрать эти остаточные колебания. Там просто повышение точности, конечно, происходит. Спасибо. Ну что ж, поблагодарим. Хочу поблагодарить Руслана Леонидовича за прекрасно проведенное заседание.